There are always many questions about Calvinism. Всегда много вопросов возникает по поводу кальвинизма. And I'm always concerned that people have developed a caricature of John Calvin. И меня всегда беспокоило то, что, как мне кажется, у многих людей сложилось карикатурное представление о Жане Кальвине. Some people think that I.M. did. Все, что он делал, was an exposition of the scripture. Сводилось к объяснению экспозиции Священного Писания. Он был проповедником-экспозитором, который разъяснял Библию стих за стихом, абзац за абзацем. Таким образом, богословская система Кальвина возникла из экспозиции Священного Писания, как и всегда должно происходить. В этом смысле он шел по стопам Мартина Лютера. Между 1510 и 1546 годами Лютер произнес 3000 проповедей. Он проповедовал почти каждый день недели. Иногда в день ему доводилось говорить 2 или 3 проповеди. С инакомыслием Кальвин боролся очень жестко. В 1553 году он стал инициатором ареста и осуждения случайно оказавшегося в Женеве ученого-гуманиста, естествоиспытателя и анатома Мигеля Сервета, который осмелился в своих книгах критиковать кальвинистское мировоззрение. Сожжение Сервета вызвало возмущение во всем образованном обществе.